И вновь о паводках в стране. Значительное повышение воды в реке Жайык в Атырауской области будет через 15-20 дней. Напомню, прогнозами поделился заместитель премьер-министра Канат Бузумбаев во время брифинга. Местные власти разрабатывают план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и выбросных каналов вокруг Атырау и близлежащих районов. В связи с этим в области сохраняется режим ЧС. Подтопленными остаются больше 2800 домов в Кульсары. Эвакуировали 29 тысяч человек, из них больше 7 тысяч дети. Заместитель премьера обратился к жителям и заверил, что причин для паники нет. Я знаю, что часть населения начали билеты скупать, топливом заправлять машины. В ближайшие 10-15 дней никаких причин для переживания по поводу реки Жайык в городе Атырау нет, никаких угроз нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было бы быстро и четко подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атырауской области. Тот паводок, который придет из-за пределов Российской Федерации и притоков на территории Казахстана, на территории Западной Казахстанской области. Значит, акимат разрабатывает конкретный план по возведению защитных дамб. И завтра акимат уже должен предоставить этот план. Мы его будем рассматривать на республиканском штабе.